Мне 12. Ну вот, один из тех немногих подростков, когда 12 лет, это все-таки 12 лет. Вы знаете, хочу вам задать вопрос следующий. Как много джазовых стандартов вообще вы знаете? Как давно поете именно джаз? Джаз я пою 2 года, это 3-й год. Именно из исполнителей. Нет, какие стандарты вы пели? Я пела Lullaby Birdland, еще вот я сейчас начинаю петь, учить песню It Don't Mean a Thing, Ella Fitzgerald. Еще пока не знаете ее хорошо, эту форму? Нет. Но... помните песню Lullaby Birdland? Да. А можете спеть ее вместе с контрабасом, свинки? Не переживайте, не будет. Вы, наверное, видели, что такому эксперименту у некоторых участников подвергнулись. Не видели, да? Дмитрий, дайте, пожалуйста, да. Вот сейчас, Соф, я хочу вас попросить сосредоточиться на ритме. Мне очень нужно понять, насколько хорошо вы свинговите. Вот вы можете услышать, как играет контрабас, отпустить все свои представления о чем-то, забыть то, как вы пели, спеть по-новому. Очень четко прокачать, как мы говорим в джазе, грув, ритм, чтобы это прям был свинг, да? Попробуйте внутрь себя заглянуть. Давайте попробуем. Послушайте контрабас, не торопитесь. Music we make from Monday.